Всем привет, с вами Светлана. Вот иду быстрым шагом в магазин за продуктами. Вот такой у нас январь, праздники закончились. Такая погода, очень-очень морозно, минус 15, но зато очень солнечно. Я каждый день стараюсь ходить пешком. У меня немножко урезанные калории, то есть три раза в день я питаюсь небольшими тарелочками, и также велотренажер. Я хочу привести себя в порядок к марту месяцу. Более-менее осталось полтора месяца, надо хоть килограмм 5-7, думаю, может и больше скинуть, потому что поправилась, если по-честному сказать. Забросила я все это дело, но надо тормозить. You walked 3 kilometers within 1 hour 14 minutes and 13 seconds. Last kilometer took you 45 minutes and 15 seconds. Heart rate is 117. Я прошла уже сколько? 3 километра. Лед, солнце, немного снега осталось. По такой погоде можно быстрым шагом ходить. А недавно было так скользко, сверху присыпано снегом. Невозможно было идти быстро. Пришлось чуть-чуть. А нам же надо что? Чем быстрее ходишь, сердце бьется, кардионагрузка. Вот сзади рюкзак. И так лучше, чем просто пешочком прогуляться в развалочку и все. Вот такие вот дела. Сегодня у нас середина января. Я недавно показывала вам растения на своей кухне, а сегодня покажу растения так, не очень долго, таким в основном общим планом. Пробегусь по полочкам и покажу, что, где и как. Ничего у меня практически не изменилось, разве что в том, что я прицепила вот сюда вот новую лампу. Вот. Красные я пока не включила, уже вечер. Не хочу, чтобы они сильно били по глазам. Покажу. Сначала здесь, на столике, вот возле окна. Тут у меня красная лампа вверху. Растут в основном сингониумы. И вот с краешку я поставила два горшка с резине, зеленая резине. Вот такое оно. Немножко подсушивает листья. Ну, оно же любит попить, любит влажность, любит лето. Любит тепло, жару. И когда оно стояло на подоконнике, здесь видно от окна холодный воздух, ему мешал расти, поэтому я все-таки переставила сюда. Здесь вот оно хорошо себя чувствует. Сингониумы вот так вот подрастают. Очень много у меня сортов. Я рассказывала в отдельных своих видео. Недавно я постригла вот так вот несколько сортов, поставила их укореняться в водичку. Некоторые укореняются в воде, некоторые уже, вот как вот этот вот сингониум розовый, уже я посадила в грунт. А такой вот тоже у меня в водичке сидит. Также в воде вот листики пеперомии рейндроп варигатной. Не знаю, что они, как себя покажут, детки. Пока что вот такие вот корешки наросли. Как говорится, посмотрим. Здесь у меня растут тоже много суккулентов в основном на полочке под дневной лампой. Вот это вот пелеония Даво большой здесь
большой кустик. Наверху я поместила традисканции вот с краю. Их освещает красная лампа при включении. И я их постригала, пересаживала. А там сзади у меня растут, вон, если видно, немного вот там кактусы. А их резончик стоит. И там тоже вот кактусы подрастают. Пока что место у них там. Наверху два горшочка с зефирантесом. С белым зефирантесом. Он не цветет, но вот так вот у меня сейчас он растет. Так. Перехожу сюда на подоконничек. Здесь у меня в основном филодендроны. Но с краю синтапсусы и пипремнумы. Но с краю вот прямо возле самого окна растет. Да, ситкриазия варигатная. Два кустика. Вот так вот она сейчас выглядит. Мало ей, конечно, солнышко, но растет. Здесь у меня миканс филодендрон. Большой очень куст. Рядом с филодендроном таким вот лимонного цвета. Я их скоро буду черенковать. Буду резать на черенки, потому что в основном уже многие я порезала. Например, вот этот вот. Вот это свое растение я срезала полностью. И вот этот вот срезала. Вот осталось там внизу совсем чуть-чуть. И сейчас покажу, как я рассадила их черенками. Вот, например, стоит горшочек. Горшочек прозрачный. Вот, внизу керамзит. Вверху посажены вот так вот черенки. Каждый черенок должен пустить новый листик, что он уже и делает, если присмотреться. Потом я их буду рассаживать в отдельные стаканчики. И у меня уже на весну будут в наличии несколько сортов таких вот интересных растений. Синтапсус неон. Тоже вот в таком вот горшочке. Смотрите, сколько новых листиков он пустил. То есть каждый лист промежуточный пустил маленький листик, вот детку. Это очень даже хорошо. Также и вот этот вот горшочек я уже не буду доставать. Это маленькие синтапсусы Enjoy подрастают. Тоже будут рассаживаться. Остались остатки моего большого шикарного куста эпипремнума Moonlight. И вот что растет. Детки будут пока что очень медленно растущий сорт. Вот так вот он сидит. Детки еще, корешки появились там, а детки вот, листики не вылазят. Вот здесь вот еще один горшочек с такими листьями из синтапсуса. Он у меня до сих пор без названия. Так мне, я покупала как синтапсус с белыми листьями. Возможно, это белая принцесса. Ну, не знаю. Так, так, так. Что же здесь? Здесь у меня растет большая моя пеперомия. Арбузная. Рядом с ней Рео. Вот такое вот красивое витата. Но оно такое большое, широкое, с раскидистым листьем. Еле помещается. Растет в один вот столбик. Детей не дает. Сейчас покажу еще же. Где-то у меня есть несколько сортов. Вот здесь вот это желтая
Рео лимонное и Рео вот такое вот полосатенькое. Там вот они растут все в одном горшочке. Так, что же еще интересного? Вот это у меня стоит такой большой шикарный куст бугенвиллии. Вот смотрите, какие красивые у нее листья последние она дала. Это вариегатная бугенвиллия. Очень мне понравилась, я ее купила летом. И она у меня до сих пор не цветет. Вот что ей надо, я не знаю. Растет, красивая, все, но не цветет. Здесь наверху вот мраморный эсхинантус начал расти. Вот какие у него интересные листики. Классные просто. Люблю подходить иногда вот так днем, рассматривать листья. Это молоденький, а вот это вот старенький. Он у меня цвел недавно, сейчас уже не цветет. Пеперомия. Не помню название, но такая вот интересная. Еще одна пеперомия. Пеперомия варигатная. Сейчас у нее начали листики портиться. Я не знаю, с чем это связано. Я ее взяла, переукореняю, череночки сняла. В общем, что-то ей не нравится. Может быть, лампа сильно близко. Здесь разные череночки укореняются. Тоже из синтапсусов и пипремтумов, филодендронов. Все это будет появляться у меня в альбоме, в Фейсбуке, в Вайбере, вот когда начнется сезон, в альбоме продаж. Здесь вот синтапсус золотистый. Вот один у меня горшочек плотный, второй и третий. Вот самая замечательная, неприхотливая растеньица. Я считаю, оно должно быть у каждого расти. Пеперомия. Вот такая вот прострата. Уже несколько раз показывала эту свою красоту. Длинные плети я ее уже обрезала, укоренила. Вот видите, она цветет сейчас. Вот это ее такие цветы. Вот такие вот у нее усики. Тоже укоренила пока что несколько черенков. Дальше буду смотреть. Просто места нету. Много сразу ставить негде укорененные черенки. Там уже показывала. Красота. Плектрантус мята комнатная. На улице бело, снег. А у меня вот такое вот чудесное, замечательное там растение растет. Вверху нанук. Вот. В горшке. Гипоцирта. Гипоцирта сейчас не цветет. А в прошлом году, вот в этом месяце она цвела. Не знаю, почему не цветет. Это так заплетен у меня. Заплетена церопегия линеарис. И рядом же зеленая растет в этом же месте. То есть в этом горшке. А вот сюда, если пройти выше, то там, конечно, у меня заросли такие, что... Ой-ой-ой, надо залезть. Попробую сейчас. Тут у меня растут вот такие заросли. Раньше очень давно, в прошлом году еще хотела вот этих дельфинчиков. Купила небольшое растение. Сейчас у меня вот сколько этого дельфинчика. Даже есть укорененные. Там сзади растет горошек такой вариегатный крестовник. Очень медленно растет. Очень медленно. 2 года я его выращиваю. И все никак не могу вырастить. Нормально. Это вот у меня в стаканчике дисхидии. Вариегатная и зеленая. Тоже вот так они разрослись. Надо будет переваливать в горшочек. Здесь вот подвесных.
Ой, много всего растет в подвесных таких у меня кашпо самодельных. Это вот Колизия элеганс. Так сейчас выглядит. Дисхидия. Вот там у меня вот миллион сердец. Вот она. Растет. Очень хочу вариегатную. Там ледебурия. Ближе к окну. Вот тут крестовнички. Циропегии. Эпипремнумы. Бегонии. Все-все. Папоротнички. Все сейчас вот так у меня тут заставлено, наставлено, эписы. Вот такая вот традисканция. Красавица. И такая вот триколор. Здесь папоротничек растет. Салатовый. Рядом эписция, папоротник вот такой мелколистный. Это годзилла эпипремнум. Здесь несколько вот стаканчиков с генурой. Ой, а дальше тоже полочки с пеперомиями. Серебристая пеперомия. Так, это у нас пеперомия Бразилия, очень которую давно хотела. Сейчас она у меня растет. Потом тут красные пеперомии, зеленые, пиколобанда, такая вот головатая. Потом вот это. Ой, вылетело из головы. Сейчас посмотрим, посмотрим. Ой, бурбелла. Пеперомия бурбелла. Рядом пеперомия абрикоска. Это пеперомия Pink Lady. Это пеперомия вот такая вот. Металлика называется. Это тоже пеперомия. Она у меня недавно отсажена. Такая вот у нее сейчас, видать, нехватка света. Тонкие такие вот нити, такие веточки. Пеперомия рептилия. Или пилея рептилия. Вот такая растет. Монеточная. Много чего здесь тоже на полочках. Там арбузки пеперомии, серебристые, несколько сортов оставшихся эписций. Ну и тут на полочках тоже в основном сингоши. Сингоши, а это... Моя монстерка, моя хотелка, которая осуществилась осенью, моя мечта ближе к осени. Вот смотрите, у нее был один листик и второй зеленый. Третий, вот она пришла с таким листом, красивый вариегатный уже был. А четвертый, вот она выпустила совсем чистый лист, не вариегатный. Вот так вот. Наверное, потому что... Все-таки у нас не лето. Там тоже очень много разных. Растет сингониумов. И вот здесь вот на лестничке стоит горшочек с моей красивейшей сейчас альтернатерой. Вот так вот она сейчас выглядит. Очень большой куст. Я его уже подвязываю. Он все тянется, тянется и тянется. Очень высокий. Будет мне что черенковать.
на весну. Вот такой красивенный. Рядом филододрон такой примостился. Красивого такого цвета, металлического. Один и второй. Не знаю, разные они или нет. Но вот такой у них лист разный. Ну и там еще, если присмотреться ближе к окну, растет пирейские. Там, где я ее обрезала, вон она, вот, пустила новый лист, ой, новую ветку прямо выросла. Крестовничек вот такой вот варигатный. Руэлия, которая все время цветет у меня. Недавно где-то тут цветочки были, наверное, уже сбросила. Ну и варигатная такая вот церопегия. Красавица. Выращиваю я большой, большой, длинный такой кустик. Растет она у меня где-то вот отсюда. Вот отсюда она у меня растет. Растет. Вот горшочек висит. И пошло, пошло. Вот такая красавица. Очень она мне нравится. А невариегатная церопегия растет у меня вот здесь, на ветке. Ветки дерева. Недавно вот так вот развешено. Такие вот у меня дела. Заканчиваю на этом свое видео. Всем пока и до новых встреч на моем канале.